Или подножки это делают. О, Игнатий значит подъехал. Кухня, подойдите сюда. Подойдите. Я заехал к ней Аниле, поставил велосипед снаружи. И зашел к ней, там побыл несколько минут, поговорили, выхожу, полная кошелка. На, поставляй посуду. Кому идти благодарить? Бежу через дорогу, поливает Людмила, это Венчук Петеримова. Ну я понял, что. Три. Полукета. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Знать не знаю. Ну, вижу, что тоже Венька там стоит, смеется. Да, они мне подкинули. Приезжаю в прошлый раз домой. Сумка лежит, коробка. С этой банка такая с Викторией. Чья, не знаю. По всей деревне пошел. Кто это подсунул? Кому тару-то отдать? А попутно как будто бы дал знать. А завтра они еще принесли. Вот такие, брат, наши христиане. Да. Люди заботятся, как бы не своровали. А тут оставить нельзя. Еще оставишь, тебе нагрузят и знать не знаешь. А люди говорят, где лучше жить? Лучше жить там, где христиане. О, какое чудо Бог сотворил. Записываем песню «Строительный ответ». Песню записываем «Строительный ответ». Вы записали? Нет еще. Последний куплет сейчас. Ну, я покажу еще наши. Все, ладно. Игнатий Иванович, я вам показываю сейчас. Не знаю, да? Строительный ответ. Что такое строительный ответ? Никогда? Не знаю. Нет. Что такое строительный ответ? Что такое строительный ответ? Сейчас, одну секунду буквально. Хватит, хватит, Паша. Дергаешь весь. Вот смотрите. Настройки. Один из важнейших приборов — это отвес. Не важно, что там. Бывает, он в магазине продают. А это я сам. Ничего нет, молоток привязал. И вот так держишь. Земное тяготение к центру земли. Вот это точно прямо идет. Она не может вот так вот нитка быть. Не может быть. Это в Исаакиевском соборе, там маятник Фуко, такой шар раскачивает, и он там круг, и на кругу там градуировано, показано, сколько градусов. И он шатается только. Высокий собор, я так привязан наверху, шатается, и земля-то поворачивается, а он-то шатается как бы в одном направлении, и показывает, как меняет свое направление этот шар. Большой шар, он до самой почти земли достает. Вот, строительный отвес. На тоненьком шнуре по нему свой сноп поставим прямо. Жизнь по Христу надо ставить. Вот как. Сколько в Священном Писании говорится об отвесе. Вот теперь стена прямо ли стоит. Я сейчас посмотрел. Так, кривой столб. Так, подвиньте в эту сторону столб. Так, хорошо, стоп, закапывайте. То есть вот так мы решаем. Так, береза стоит, так мы ее садим. Она наклонена туда. Так, подправьте сколько? Да немного, тут сантиметров 10. То есть... Этот прибор очень дешевый и самый правильный. Приборы могут портиться, а вот этот нельзя изменить тяготение земли. Вот это вот, оно не меняется, не может вот так вот висеть. Он обязательно тянет точно вниз. И вот на этот строительный отвес, а я строитель, я написал стихотворение. А Виктор Николаевич положил на музыку. Научись играть его на пианино на этом. На музыку-то, если слышит Виктор Николаевич, так как, у него музыка в голове слагается. А потом он полагает, он даже написать не знает как. Я пошел к музыкантам там где-то, и они перевели это в ноту. Он ноты-то не может написать. Он прямо на гитаре набирает. Это очень талант большой. Когда ноты напишет, тогда как бы легче с нот взять-то. Но нот нет у тебя, ты. А были бы ноты, то ноты есть. Есть они где-то. Вот как. Строительный отвес. Это очень важно. Все, пошел. Дальше. Все, нарушитель. Нарезать не знаю. У кого есть? Пусть они со мной идут. Да, пусть они закончат это. Сейчас последний запишу. Сейчас я сорвал урок. Дайте тигры. Вы
еще бычонка поймали. Но он знает об этом. Я знаю, его накормили? Да. Да, он, говорят, накормили. Надо, и он был настоящий. А где он сейчас? Я сказал, что он упадет. А сейчас он будет кормить. А где сейчас он?